Ну что, друзья, всем привет, с вами Кэнгста Ромзи, добро пожаловать в Бравл Старс. Да, ребята, я сижу все так же с температурой, но, как говорится, контент сам себя не сделает. Поэтому я напомню, что для меня главная мотивация, даже мотивация делать ролики с температурой, это ваши лайки, ваши подписочки. Поэтому прошу каждого, ребята, поставьте сейчас лайкусик. Подпишитесь на канал, а сегодня мы с вами сходим за нового легендарного бойца Драка. Да, ребята, вот этого красавчика мы с вами сходим за него, знаете куда? В испытание чемпионата. Я не знаю, на какой катке я сегодня сольюсь. У меня есть всего лишь 4 поражения, и я думаю, что я не дойду дальше второго этапа. Вы можете сейчас просто ванговать, на каком этапе я сольюсь, на каком этапе я разобью планшет или просто выброшу его в окно, ребята. Я не знаю. Но, ребят, играть мы будем только на Драка, который появится в игре, то есть только через 5 дней. Да, он как бы есть в игре, но его еще нету, потому что он находится в раннем доступе. И вы можете получить его только если купите вот этот красивый набор. А как вы знаете, донаты в Бравл Старсе не работают, но есть официальный, безопасный, надежный сервис Robzi Shop по ссылочке в описании, где можете купить набор с Драка, Бравл Пассы, акции, гемасики. В общем, нажимаете купить, выбираете Бравл Старс, выбираете Драка, вводите свои данные, оплачиваете, вам на почту приходит код, вы его скидываете боту, и вам все быстро зачисляют на аккаунт. Так, как я вчера и сделал, точнее, позавчера. Если вы хотите себе вот этого бравлера бесплатно, ребята, вот этого бравлера вы хотите себе бесплатно, то прямо сейчас я запускаю конкурс на 5 бесплатных драков в своем телеграм-канале. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Поставить лайк под этим видосом, подписаться на канал, нажать на колокольчик, залететь в Robzi TG по ссылочке в описании, подписаться на телеграм и нажать кнопочку «Участвовать». Все, Драка может стать вашим! Меньше слов, больше дела, лайки поставлены. Мы погнали играть в чемпионат мира только за Драка и только с рандомами. Я думаю, что я 100 раз пожалею о том, что я сейчас делаю. Но, ребята, я должен был это сделать. Я должен был это сделать. На этом аккаунте победы не так важны, потому что это фолловый аккаунт. Поэтому я именно здесь и взял драков. У меня есть еще аккаунт Путь Стар, на котором победы намного важнее. И посмотрим, насколько хорошо мы будем справляться. Слушайте, пока вроде бы ничего. Пока вроде бы ничего. Так, даже вот так вот. У меня забрали гем. Мои напарники, как всегда. Я, ребята, не могу сильно эмоционировать, потому что у меня болит горло. У меня температура сейчас почти 39. И... где? Где все? Так, ребята, давайте. Я динозавр. У нас, конечно, тут Леон тоже динозавр, но не такой крутой динозавр, как я. Так, смотрите. Они смогли убить Эдгара? Вы что, серьезно? Даже вот настолько крутые? Красавчики. Так. Хорошо, хорошо. А у кого гемы? А гемы у Эдгара, да? Эдгар, прыгай сюда. Нет, 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 нет. Друг, уходи, уходи. Ребята, вы с гемами бегаете по чужой базе. Вы с гемами бегаете по чужой базе, серьезно. Так. Смотри, я только что развалил пацанов. Так, превращаемся в динозавра. А мы выиграли? Такое тоже возможно. Пацаны, я на динозавре, мне пофиг. Я на динозавре, я сожгу всех. Мы серьезно выиграли? Это как вообще? Подожди, я играл сейчас с рандомами. Я играл на новом бравлере. Конечно, я забираю бесплатные призы. И мы выиграли? Я до сих пор у меня планшет не раз... Ладно. Я сейчас очень сильно удивлен, потому что мы не слились на первой катке. Либо Драком настолько силен... либо мне сегодня, ребята, судьба просто подкинула очень крутых тиммейтов, и я просто в шоке. Ну, поехали. О, наконец-то все. Один из тиммейтов у меня АФКшник. Вот теперь все нормально. Вот теперь все как нужно. Так, давай мы с тенями быстренько разобрались. Ага. Так, давай. Вот так вот раз. Так. Все нормально. Все, ребята, все в порядке. Убили? Не-не, их Эдгар сейчас, мне кажется, развалит. Ну да, вражеские Эдгары просто развалит. Где он?
Пацаны, я с Эдгаром разобрался. У меня, кстати, была неуязвимость. Не, Богданчик там, Богданчик. Но это я уже вижу, что здесь мы проиграли. Так, превращаемся. Давай, давай, давай. Я не достаю до него своим динозавром. Так, мне такая штука нравится. Так, меня убил, да. Ну там тик-так бегает он. Ой, боже мой. Так, ну что, опа. Они где мы потеряли? Хорошо, пошли, 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 обойдем. Пошли аккуратненько, Давай, заберем. И уходим, просто на динозавре. Давай, 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 давай. Опа. Не ожидал? Он не ожидал? Он не ожидал, что я сейчас нажму неуязвимость. Чуваки, забирайте. Крутись, 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 вертись. Я не знаю, что хочешь. Нет, не уходи. Не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Обратно беги. Обратно беги. Друг, я тебя спас. Где Эдгар? Пошел нафиг. Вот это... Подожди, мы выиграли? Пам-пам-пам. Так, ребята, я думал, этот ролик будет длиться минут 5, но мы сделали 2 победы в 2 катках. И это что-то страда. Мы забираем 2 приза. Серьезно, мне не снится, смотрите. 2 победы, 0 поражений. Ладно, поехали. И я реально думал, что этот ролик продлится всего лишь минут 5. Но я так понимаю, что это пошло не по плану. Окей, у меня Карл, у меня Кольт, против нас Джесси, Сэнди и Рикошетик. Окей, я сразу пошел в кусты. Все стандартно. В начале катки Карл стоит АФК. Все-таки нужно. Так. Отлично. Отлично. Хорошо. 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 Ну я там минус 3 сделал, походу, если не ошибаюсь. Так. Стоим, хилимся. Стоим, хилимся. Давай. Превращаемся в динозавра. И, в принципе, начинаем разваливать кабинеты. Давай, 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 давай. Хорошо, убили. Так, от Джесси уворачиваемся. Хилимся. А Коль справится с ней? Если я сейчас профукаю гему, это будет, конечно, обидно. Могу я сразу двоих? Хорошо, прекрасно. Но двоих я не убил. Ничего страшного, ничего страшного. Было близко. Нет, 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 Джесси, 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 Джесси меня бьет. Ой, там... там пушка под гиперзарядом. Кольт, убей пушку с ульты. Отлично, молодец. Сказочный паренечек. Все хорошо и идеально. В кубочках нет. Так, Кольт под гиперзарядом. Давай, поехали. Надо было, кстати, неуязвимость прожимать. Надо было, кстати, меня просто слишком быстро убивать. Я против троих выхожу. Но вот наконец-то тот самый луз, о котором я говорил. Все, пошлите в кусты. Пошлите в кустики. Будем сейчас пытаться забрать гемасики. Ну и как обычно, конечно же, они пошли в другие кусты, не в те, которые мне нужны. Я не успел прожать гаджет. А вот, ребят, и первое поражение. Ну, знаете, 35 тысяч урона. В принципе, я старался очень сильно, но я не удивлен. Я, если честно, думал, что я проиграю еще на первой катке. И я сделаю там 4 поражения, мы с вами закончим ролик, и я пойду отдыхать, дальше пить против... как они называются? Короче, там, понижающую температуру, и дальше буду спать, потому что я уже сутки валяюсь в кровати. Стою для вас только, чтобы писать ролики. Так, ну и лежу в планшете, играю в Squad Busters и в Brawl Stars. Так, что-то там мои пацаны сражаются, тут пытаются воевать. Отлично, отлично. Ага, а что, не получилось меня убить? А, получилось. Так. Я же тоже танк, правильно? Почему Джеки танк настолько хорош? Так, я в инвизе. Гори, 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 гори. Отлично. А вот так вот, не ожидала. Это называется гаджет на неуязвимость на 2 секунды бесконечные хп. Так что, дружище, сорян, сорян, тут тебе ничего не светит. Ты серьезно, если думаешь, найдешь меня?
На нафиг. Ай, блин, я не успел. Почему? Зачем я нажимал ульту? Я мог гаджетом засейвиться. Что делает Динамайк? Что делает твою налево Динамайк? Вообще серьезно. Не-не-не-не. Она меня оттолкнула. Она меня просто оттолкнула. Не, ну это не... Ну как? Я же говорил, что... Ну, Динамайк с дизлайком обязательно. Если есть дизлайк, то это очень круто. Молодцы. Все. Как я и говорил, вот они, два луза на первом этапе. Я не дойду дальше первого этапа. Я, скорее всего, дальше первого этапа просто не дойду. Так. Дэрил, Эдгар, Спайк против Динамай. А не тот же Динамай, который был у нас только что в команде? Или это другой же Динамай? Ладно, поехали. У нас АФК Эдгар. Нет, Эдгар раздуплился. Красавчик. Так, уходим. Уходим. Так. Ничего себе там Динамайк раскидал. Ну я не бессмертный. Две минуты, я только две секунды. Я пытался. Я пытался, очень сильно пытался только, чтобы сражаться с тремя, четырьмя, с десятерьмя. Три поражения подряд. Я не дошел до второго этапа. У меня остается последняя попытка. Вот и называется вам чемпионат с рандомами. Я надеюсь, до второго этапа дойду. Я, если честно, думал, что до второго этапа я дойду легко. А сольюсь где-то на этапе третьем, четвертом. Но чтобы на первом... Я, конечно, утрировал, что я сольюсь на первом этапе, но... У нас... Эль Прима Отчим. У нас чувак с ником Эль Прима Отчим. Блин, вот это, конечно... Капец, я еле откидывался. Не-не-не, меня не убивайте. Слушайте, а мы выигрываем? Но пока рано об этом говорить. Выиграем мы или нет? Вроде бы. Получается, ничего так. 3200. Блин, очень много урона. А мы гемы сейчас отдали. Я гаджет не успел нажать. Да, мы все гемы отдали. Не, нормально, мы дальше... Мы не пройдем дальше первого этапа. Не, нормально. У нас чувак с ником или прямо очень стоит АФКшит на этом. Нормально, побежал. Красавчик. Красавчик. Его убили. Молодцы. Молодцы, красавчики. Все. Все, все как нужно. Прекрасно, прекрасно. Где? Где он? А, он просто убежал. Все, ребята, чемпионат для меня закончен. Ну-ка, испытание закончено. Удачи в следующий раз. Спасибо. Где мое испытание? Все, ребята, я не дошел дальше первого этапа. Поэтому никогда не повторяйте то, что я сейчас сделал. Берите себе, находите команду и играйте. Я их люблю. Всем пока.